Не так давно на месте этого пустыря в деревне Сухарево действовала станция перегрузки строительных отходов. Однако жители заподозрили, что она возобновила свою работу. С проверкой приехала выездная комиссия. Видя фотоматериалов и заактируем о том, что деятельность не ведется, и в дальнейшем продолжим, соответственно, контроль по осуществлению, соответственно, данной организации деятельности на данной территории. Осмотр показал, что в настоящее время деятельность предприятия в Сухарево не ведется. Здесь царит запустение, техники нет, сотрудников тоже, за исключением тех, кто осуществляет охрану участка. Информация, поступившая от жителей о работе по производству арболитовых блоков, не нашла подтверждения. При рекультивации осталось порядка 5% работ. Для завершения рекультивации. После этого участок будет введен оборот. Будем внимательно следить дальше за судьбой этого участка, для того, чтобы он был использован по назначению, чтобы на нем не производились неправомерные работы, которые могут нанести неудобства, ущерб нашим жителям. Пока судьба объекта решается в судебных инстанциях, огороженная территория останется закрытой для посещения. Евгений Ощепков, Первый Мытищинский.